Не запнусь. Туда полезут, запнутся. Поправь. Тоже и сказали, не надо блокировать. Ты зачем заблокировать? Да, я хочу, чтобы, если что, с ней выскочить. Давай, молитву призывай. Христос будь с нами. Научи нас, Господи, пребывать всегда в истине Твоей. Научи пребывать в страхе Господнем, чтобы мы думали о спасении души своей всегда, во всякий миг нашей жизни земной. Ибо тогда и напрасна жертва Твоя, Господи, если мы не будем думать об этом. Прибудь с нами, благослови наше собрание. Не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но следовать строго по окровавленным Твоим стопам. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Сережа, Андрей уехал. Уехал, наверное. Надечка идет? Я тебе уже не сказала. Батюшки нет пока. Я скажу, напомню вам. Братья и сестры, вот есть такая книга. Здесь уже. А дочка пишет. Так, первое, чтобы я не забыл здесь. Братья, кто может сделать такое дело?
нужен лист асбеста или паранита размером 53 на 61. Есть асбест такой. Магазин этот, знаете, где по космонавтам вот так, и за потоком там где-то на правой стороне, он как-то он называется. Никто не знает, там на разные продаются эти. Я возьму. Такие. Да, возьму. 53. Сколько листов? Один вот такой листик. Толщина-то какой? Ну, толщина там, любая толщина. Толстую сильно не надо, толстую. Там разная толщина. Для чего, скажите? Я вешаю их одела на алтарь, для безопасности. Там толстую не надо. Что вы можете? Там толстую не надо, там толстую. Ну, какую это? Да, ну ты что? Часто бывает так, спрашивают, а как воспитывать детей? Есть ли какая-то там педагогика, как воспитывать детей? Есть много педагогов, пишут, как воспитывать детей. Один говорит, я, говорит, когда не было своих детей, я знал, говорит, 1000 методов, как воспитывать детей. А когда появились свои, то ни один не подошел. Не работает. Не работает ни один. Самое лучшее воспитание детей – это показывать им образ своей жизни. Они больше берут не то, что ты им будешь говорить, а они больше то, что видят и слышат. Они это будут воспринимать больше. И поступают так, как поступает папа, как поступает мама, как поступают старшие. Они быстро это все воспринимают, и другой рассказывает, а почему так делать? А я делаю почему? Потому что вот тетя тата сделала, или папа, мама так и делает. Поэтому я и делаю так. Вот и все. Поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не подать соблазн другим детям. Мы православные христиане. Верим, что всем нам придется пред судилище Христово и быть судимыми, сообразно дел, какие кто делал, живя в теле, добрые или худые. Вот за каждое, за все будем давать ответ Богу. В Евангелии Господь говорит, горе тому, кто подаст соблазн. Лучше бы тому человеку не родиться. Или ему, говорит, жерновный камень на шею и в море. Жерновный камень – это жернов мельницы. Когда мелит, то там два круглых камня. У нас от мельницы сохранились еще там осколки камней есть. Примерно жернов, ну я не знаю, диаметром, наверное, вот такой даже больше он. Толщиной где-то вот такой. Это два камня, а не цельные камни. Их где-то выискивали и их вырабатывали. Не бетонные, это такие природные камни. Вот это жерновный камень. Лучше, говорит, такой жерновный камень. Но можете поменьше. Вот такой, на шею и пучину морскую. Кто подаст соблазн человеку. Мы читаем, украшением вашим, женщина, да будет что? Не внешнее плетение волос или нарядность в одежде, но красава пред Богом, кроткий, молчаливый дух. У нас бывает даже так. Собирается куда-то ехать, брат, я подхожу, а он без пояса, рубаха на растопашку. Все, я говорю, брат, а что ты так-то как-то это... А я еду, буду сейчас с безбожниками, и поэтому я по-безбожному и оделся. По-безбожному оделся. Поэтому мы, когда где-то были, мы всегда остаемся христианами. И поэтому по-безбожному вести себя не надо. Если скажут, да не будет вашим украшением это, не допускать этого. А молодые, так они сразу берут пример. А я видел, тата-сестра... А она делает, она волосы подстригает, она красит волосы, там и прочее. И они уже это тоже, а почему мне нельзя? Подали соблазн. Понимаете? А это трудно будет потом, чтобы из ее уже это вывели. Поэтому берегитесь этого, чтобы не быть соблазнителем для младших, для меньших. Вот. Для меньших и по возрасту, и для меньших в вере, которые слабой вере подали
соблазн в этом. Везде, мы где бы ни были, помните, что мы носим имя христианин, христианка. Выше этого имени нет, во всей вселенной нет. Чтобы это звание было выше этого, нету. Я христианин, я христианка. Я и дитя, я и друг небесного царя. Об этом всегда помните, где бы вы ни были. С безбожником ли вы идете, в безбожном мире. Помните, что я христианин, я Христос. Что-то сделать и сказать, а Христос одобрит мое это деяние или нет? Вот. Поэтому об этом думайте все. И кто согрешал в этом, на исповеди принесите покаяние. Напоминаю всем еще, что у нас 14 мая, следующее воскресенье, в Потеряевке праздник, День деревни. 26 лет возрождения поселка Потеряевка. Вот. У нас праздник. Пообещался к нам на празднике быть митрополит владыка Сергий. Будет, может, еще будут кто-то гости. Также будет у нас там ярмарка. Ярмарка там изделий кустарных и также продовольственной продукции местного производства. Да. Вот. Кто, значит, имеет возможность, желаем, всех приглашаем. Приезжайте на праздник, да. Может быть, что-то приобретете себе хорошее. Вот. Цены доступные будут. Так что ждем гостей. Христос. Вот, всех приглашаем. Ко мне какие вопросы есть? Да, я хотел сейчас поехать на выставку. Здесь православная выставка есть, и посетить выставку. Я с Николаем Полюгуем где-то поговорил. Кто еще могут со мной поехать? Три человека, сестры. Кто желает на выставку поехать? Ну, супружница моя. Так, одна, еще два можно. Надежда Васильевна хочет. Надежда Васильевна, она так сходит, то есть не надо. Да, все сходим. Ну. Так, вопросы ко мне несколько, нет? Нету. Пока. Нету. Ну все, тогда я поехал. Все. Следующее, значит, через воскресенье. 14 буду в Потеряевке, а 21 буду здесь. 21 мая. За троих там здесь. Я приду. Вот так вот. Ну ладно, дальше продолжаем. Спасибо, Христос, батюшка, ангелохранитель. Братья и сестры, я хочу напомнить вам, что есть такая книга, она называется «Типикон». Троицкий православный русский календарь. Нина, Олю, зовите сюда. Типикон. Вот на сегодняшний день, 24 апреля по старому стилю, неделя 4 по Пасхе расслабленном, глаз 3. И пошла рекомендация, как вести службу. Великой вечере, дальше утреннее. Утреннее уже, заметьте. Все это дальше идет. И дальше вот литургия. Литургия это уже сегодня. Вот сколько времени, сколько места на литургию отведено и сколько места отведено на вечернее богослужение. Мы уже неоднократно говорили о том, что литургия начинается вечером, в субботу. Я к тому, что опять не ходим мы на службу в субботу. Я понимаю, день год кормит, да, сегодня такая... Такая пора, такое время, что нужно работать. Но уверяю вас, вот если вы придете сюда на службу, то вы в следующее время успеете больше гораздо, чем вы потеряете время на дачах своих или где-то в другом месте. Но не придете на службу, на богослужение. Есть такое правило, не побывавший православный христианин на двух божественных литургиях, одновременно, в среду, отлучает себя, сам себя отлучает от церкви. На трех. На трех? Да. Ну, три, да. Ну, а если ты не был вечером один раз, второй, третий, то считай, был ты на литургии или нет, если по совести, перед собой поставить вопрос. Был на литургии? Или хотя бы до конца ты был? Какой, сколько времени ты уделил Богу? Я сам пришел к Христу. Никто мне не был. Ну, еще раз призываю вас к тому, чтобы более ревностно. Вот уже многие из нас здесь уже более четверти века. А нет
такой ревности, которая была раньше, в начале. Нет, охладели. Батюшка нам постоянно говорит, нудить себя нужно постоянно. Постоянно думать о спасении своей души. Некоторые говорят, опять одно и то же. Да ну о чем же нам тогда здесь и говорить, если нет спасения души? Это самый главный вопрос о домостроительстве Божьем, о спасении нашей души, каждого из нас. А сатана, он, думаете, он сегодня здесь не был на богослужении? Был. И перед богослужением здесь был. Я был невольным свидетелем ссоры между нашими братьями и сестрами. Понимаете, вот мне просто удивительно было, что столько лет они слышат, знают, и вот это вот внутреннее наше «я», оно вот это вот начинает друг другу доказывать. Да, ну, один раз попробовал доказать, не получается, ну оставь ты, ну потом как-нибудь она утихомирится. И чем меньше человек сведущ в какой-то области, тем больше он считает себя более компетентным. Не позволяйте этому рогатому соблазнять нас и возбуждать в нас вот эти негативные чувства, отрицательные, по отношению друг к другу. Да любите друг друга, говорит Господь, а мы уже готовы чуть ли не вцепиться друг в друга. Еще хочу заметить, среди некоторых из братьев и сестер есть такая тенденция, такое направление, что как бы вот слухи распускать. Услышал что-то, потом что-то додумал и выдал это за свое. Или за какое-то истинное событие, которое будет. Потом люди сталкиваются между собой, и начинается вражда. Не делайте этого. Даже если услышали, на 10 раз перепроверьте. Не позволяйте слухам этим полнить вашу душу. Не разносите их, как мухи навозные. По душам и умам других людей, братьев и сестер. Может, я резко говорю, братья и сестры, ну, простите. Я хочу, чтобы все мы, вот сколько нас здесь есть, все мы спаслись. Поэтому и говорю об этом. Прошу вас, братья, дорогие мои сестры, вот я продолжу эту тему, которую батюшка начал. Она очень злободневна в моей семье. О сыне прошу молиться постоянно, о дочери тоже, потому что, знаете, сколько лет она здесь была и ушла. Я сам ее повел туда, на песнопение вроде как. Ну и вот и ушла. Кроме того, подал пример, соблазнил однажды, сдернув ее с нее платок, чтобы боясь осуждения людей. Каких людей-то? Школьников, а таких же, как она. Все, этого достаточно было. Я теперь уже почти 30 лет не могу исправить эту ситуацию. Причем это будет иметь продолжение. Оно уже имеет продолжение. Имеет продолжение в моей внучке. Что говорит нам пророк Исаия? Я позволю себе прочитать 3 главу. Вы знаете слова. Слово Божие живо и действенно. И Ветхий Завет написан не только для израильского народа, он для нас тоже, руководство к действию. Если пророк Исаия говорит, что вот если вы будете так поступать, то вот с вами так произойдет, Господь вас так накажет, так это и к нам относится тоже. Вот Господь, Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водой. Храброго воина, вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и дам им отроков начальники, и дети будут господствовать над ними, и в народе они один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукой твоей. А он с клятвой скажет,
не могу исцелить ран общества. И в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне. Не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего, дети и женщины, господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князями его. Вы опустошили виноградник, награбление у бедного в ваших домах. Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона, слушайте внимательно, дочери, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки и луночки, съесть ожерелья и опахало головные повязки и браслеты, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые и тонкие япончи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь. И вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут вздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Пророчество это было к израильскому народу. Но я уже сказал, что оно и к нам относится. Каждое слово Библии, оно живо и действенно должно быть для нас. А иначе, зачем мы ходим здесь, топчем дворы наши? Христос ему что-то хочет сказать еще? Что-то. Кто еще по этой теме или другой теме? Да, брат? Я хотел сказать, на Евангелии Иоанна, 14 глава, 13 стих, там говорится о том, что положить душу свою за други своя, говорит Господь. Ну, это очень известное место. И как только касается дела боевых действий, воинов, вот мы молимся, батюшка молится, не только за патриарха, там, и за Сергия, митрополита Барнаульского, ну и за воинство еще вот молятся. Слава Богу, батюшка еще только за правителей пока молится. Ну вот за воинство молятся во всех храмах Московской патриархии. И сейчас это очень актуально стало, потому что, если вы заметили, то последнее время праздник 9 мая становится не менее популярным, чем Новый год. Просто Новый год это пьяный праздник, а 9 мая это серьезный праздник патриотов. Но патрио это отечество переводится. У нас всегда была Родина. В тот момент, когда люди бросались в атаку или там подзрывались, они кричали за Родину, за Сталина. Это знают все. Кто это такой Сталин, кто такой Ленин, что такое большевики? Я думаю, не надо вам объяснять, что такое Голодомор, что такое красный террор и так далее. Ну вот это вот самое выигранное русскими людьми, ну и не только русскими, там было порядка, говорят, 45 национальностей участвовало со стороны России. То есть все воевали против этого фашизма. И когда начинаешь говорить об этом, что ну нету победы, когда страна теряет не просто какое-то количество людей, а десятки процентов, может быть, треть населения потеряно было, точно никто не говорит, потому что боятся. А почему боятся? Почему один правитель, как Николай II показывает, идет посреди народа, армия мимо проходит, он стоит вот прям вот, вот со штыком, вот они вот так со штыками идут, он стоит от него, ну, 5 метров. Кто не верит, смотрите документальный фильм, сейчас и здесь.
И он стоит рядом. Где стоит Сталин там, где Ленин? Подальше, трибуна подальше. Почему? Потому что знают, что очень много недовольных. А вот царь-батюшка не боялся. Да и другие не боятся. Почему? Одни могут вот сидеть, вот сейчас у нас президент сидит, там столько журналистов и так далее. Там, конечно, проверяют, но он сидит спокойно посреди них. Почему? Он знает всенародная любовь, и на нем нету столько крови, это понятно. Но любые вот эти вот праздники, которые прославляют войну, они прославляют убийство. Ефесянам, мы как раз проходили занятия, послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих, как раз говорит об этом, что даже похоть меньшее зло, чем ярость гнева. Но вы сами знаете, какие в войну бывают ярости. Не просто ярость гнева называется. Это самое страшное зло, которое есть. Оно порождает все, как и сребролюбие. Поэтому и Господь говорит об этом. Нужно быть в доме плача всегда, а не в доме радости. У нас из праздника делают какую-то неимоверную радость. Нам плакать надо, как о революции. Сейчас идет 2017 год, 100 лет революции исполнится 7 ноября. Так и об этой войне. Не ходить там цветы складывать у этой красной, где горит вечный огонь. Ни в коем случае. Молиться надо. И вот это всеобщее прославление воинства. А сейчас скажут, да не прославление, это просто поминание. Да ничего подобного, это прославление. Я вам говорю, это прославляют всех воинов, которые победили этот фашизм. А фашисты, они тоже молились в своих католических храмах. И они там были очень серьезно верующие. Не просто у нас как раз было намного меньше верующих, а они все были почти что верующие. У них католические храмы и лютеранские не гробили, как у нас церкви. Осталось 40 церквей. Из скольки? 1275 только было монастырей, а уж церквей просто не сосчитать, сколько было, десятки тысяч. Это о чем говорить-то? Ясно, что и теперь всех отпевают подряд. Священники, патриарх, всех отпевают, ну потому что они победили, они делали правое дело, они отдавали жизнь за друзей своих. Подождите, прежде чем отдать, они говорили так, ну я с собой одного да зацеплю, а то и 10. Вот показывают фильм. Ну, не в фильме, там, живые, это, хождение по мукам. Как он сидит, русский этот офицер, пулеметчиков убили, он хорошо стреляет, и австрияки идут в атаку. Он стреляет и считает. 10, 20, 30. До скольки досчитал, знаете? До 140 досчитал. Падают люди вот так вот. Это что, хорошо, что ли, что австрияка 140 застрелил? Мертвые там, раненые не будем считать. Какая разница? Это русский офицер. Это еще даже не советский. А представляете, что творили советские, когда идеологическая война была. Идеологическое столкновение. И немцев должно быть жалко нам. И русских, и любых там американцев, японцев. Потому что мы христиане. Христос пришел каждого спасти. А мы теперь ничего не можем им дать. Они мертвецы. Как говорит, и в гробе разве будет... Будет прославлять душа моя тебя? Конечно, не будет. Поэтому я считаю, что у нас 9 мая праздником никак не должно быть. Не праздник должно быть. А мы должны плакать с плачущими. И вот это бессмертные полки идут, показывают своих... Ну и у меня тоже деды воевали, умерли они после этого. Есть, которые погибли и во время войны, и финской, и так далее. Я не говорю, что не нужно память их вспоминать, но нужно вспоминать так, как должны вспоминать христиане. Если был верующий человек, то по силам можно молиться. А если они совершенно были неверующие, если они шли и убивали там, и убивали нормально, потому что если он не убьет, то другого убьют. Спаси Христос, брат. Спаси Христос. Продолжение темы. Я хочу сказать, что надо всегда помнить, что память тех людей, которые совершили подвиги, которые участвовали в этой войне, жаль просто этих людей. Мне жаль своих родных, которые не вернулись с фронта. Я знаю, отец мой был на фронте, но жаль их. Почему? Потому что, во-первых, они не знали основной причины, почему это произошло. Почему пришла такая беда на нашу землю. А земля-то
А пришла эта беда потому, что отступили от Бога, потому что стать жили без Бога. И это всегда так происходило. И всегда так бояре ссорятся, а у холопов чубы трещат. Поэтому мы за ценой не постоим. Сколько положили под Берлином ненужных жертв? Опять же, потому что за ценой не постоим. А были такие полководцы, которые говорили, что не отдали бы Москвы, не будь на то Господня воля. Которые жалели своих солдат. И тогда тоже пришла эта беда, война эта с французами не случайно. Балы и все. Все развлечение. А в основном-то кто потом страдал-то? Простые люди. Так что нужно помнить, конечно, об этом. И помнить, потому что мы тоже говорим о том, что в нас вера слабеет. Что мы мало уже заботимся о спасении души своей. А люди, которые не знают Бога, тем более. Поэтому надо сказать, что День Победы нам нужно праздновать тот, который мы недавно только воспевали, когда мы говорили о том, что мы имеем праздник праздников и торжество из торжеств. Поэтому вот я предлагаю сегодня... Подождите, пока. Вы, чтобы детей отпустить, скажите, на какую тему начали для детей, батюшка говорил, а это потом, чуть попозже наложить. Хорошо. Можно вместе с детьми споем и тут День Победы. Смотрите, чтобы детей это отпустить потом. Да, сейчас споем День Победы. День Победы людям мира невдомек, лев люди на колено в гроб возлег. День Победы не народы всей земли, и не ангелы его нам принесли. Это День Победы разгромил гнёзд, разгромил врага, воскрес Христос и младенец. Да припева, что возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. След спасения долгожданный наконец даровал нам на Голгофе страшный крест. Все пророки провещали нам о нем, солнце гаснет нам не вечером, а днем. Этот день победы Иисус принес, разгромил врага, воскрес Христос и младенец. Да припева, что возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Пост молитвой неустанной столько лет выводили на креста кровавый след. Воскресенье, день воскреснет даже прах, Иисус наш милосерд, как и вчера. Это день победы Иисус принес, разгромил врага, воскрес Христос и младенец. Да припева, что возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Только дал бы Бог раскаяться тот час, никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг, поскоречная жизнь лишь только миг. Это день победы Иисус принес, разгромив врага, воскрес Христос и младенец. Да припева, чтоб возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес! Вот это праздник. Детей отпустим. Я поэтому по празднику немножко сказать. Вот, который поет там Лев Лещенко, там этот день, там порохом пропах. Пропах этот день, никакого пороха уже нету, даже для русских.
И когда спрашивают, вы что считаете, словы, это мое стихотворение, положили на музыку. Да, на музыку, это Тухманова взято, кажется. Ну и День-то Победы временно. Его стали государственным праздником, это не так давно праздновать-то. После войны 10 лет, его еще не празднуют, никак вообще нету, как будто бы. А сколько погибло? Думайте, строчки, когда они поют, что у мартеновских мечей не досыпала родина очей. Что нету? Ни мартеновских печей, там разные продажные магазины, там отдали все. Все это в офшор переводят за границу. Ничего из того нету. Гитлер не смог то сделать, что сделала перестройка. Он не мог захватить. Это все развалили. И вооружение, ну, все, что только можно было, продали. Посмотрите, какие аппаратурные заводы, огромные заводы. Что там? Базар. Страну превратили в страшный базар. И а теперь поют порохом про пах. Ничего нету. Без пороха все обошлись сегодня. Отдали-то сколько? За каждого немца 5 человек отдали. Это не война была. Это заваливание трупами. Более бездарной не было. За один город только завоевывали. Берлин 470 тысяч отдали. Лозунг Жукова был. Солдат не жалеть, бабы новых нарожают. Вот как сегодня называют его главным палачом войны. И вот сегодня-то и надо посмотреть. А можно ли слова другие сделать, чтобы это было и сегодня, и завтра, и вчера? А что пропели? Это может петь немец, это может болгарин петь, японец. Любой. Почему? Христос для всех нужен. Япония участвует в победе? Нет. Поражение. Болгария участвует на стороне Гитлера, Венгрия. Все пораженные. Это пораженные все люди. Но то, что пропели, каждый может. Иисус принес победу. Умер. Воскрес. Зовет нас. Этот день победы не люди, не ангелы принесли. Это Господь положил такие слова благодатью своей, что вы задумались, где наша победа. Если мы только себя не побеждаем, слово сказать нельзя, сразу ощетинился, победы нету. Первая, самая большая победа, победи самого себя. Отверги самого себя. Дальше возьми крест, следуй за ним. Вот это будет победа. Победа это и для мусульманина, который подрывает себя, он не будет делать этого, если будет верить в воскресение Иисуса Христа и в свое. Сегодня песнопения-то какие поют, они ни минуты не посвящают тому, что Христос умер за нас, и у нас новая жизнь. Вся литература, какая написана без Бога, не стоит одного стиха. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это один стих, 3:16 Иоанна. И он затмит целые библиотеки. Ну кто сегодня будет читать поэта Фадеева? Кто читает сегодня? Скажи. Да ни одного ты не найдешь. По Устовскому, другие, которые были. Ну, советских поэтов возьми. Кто сегодня где цитирует там какие-то произведения? Любого возьми. Маяковского, какие были? Симонова. Михалкова Сергея гимн составил-то. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Такого рабства, безвыходного, выдохнуть нельзя было спокойно. Своих только в стране уничтожили около 100 миллионов. Это ни один Гитлер не делал. Поэтому они пусть разбираются. Мы должны отдать сердце Богу и не быть соблазном для мира. Вот на эту тему сейчас батюшка сказал об этом. Прочитали? Кто желает сказать? Вот подрастает поколение. Какой мы пример им оставим? Я 45 лет был начальник детского лагеря. Приучены дети идти купаться, три поклона. А теперь пришли, там на пирсе снова поклониться, три поклона. Здесь пошли благословить у старшего, и там кто повел. Так было? Я тороплюсь. На обед дети говорят, успеть до обеда искупаться. Давайте. Сразу кто-то кричит. Кто кричит? Не старший. А три поклона-то не положили. Вот и все. Он уже не учеником, он учителем стал. Как это просто делается? А если дома ничего нет, вырвался и пошел, и не знаешь, какой дух тебя на пороге встретит. От кого это? От родителей. Иди в школу, три поклона положи, где, говорит, красный угол, иконы. К родителям благословите. Из школы пришел то же самое. Вот по теме, которые говорили-то, кто имеет что сказать? Какой пример даем? Давай. Ну, по теме. Ну, ни для кого не секрет, какая у нас ситуация дома, как у нас Андрей пьет. На этой неделе, 28 числа, начнем с самого начала, 28 числа пропал свекор. 27-го Андрей с ним пил,
28-го Ваня его видел, свекр пропал. Свекра нет. Искали 5 дней, нашли в пруду в нашем, плавал, утонувший. Поэтому вот у меня такая просьба, ребятишки, пусть все подрастаете. Соблазнов в мире много. Очень много в мире соблазнов. И будете вы учиться, не знаю, колледжи, институты там всякие. Придут люди, будут. Что вам, говорит, выпить слабо? А что ты говоришь, что без этого жить никак нельзя? Ой, как вы расслабляетесь. Ой, это будет, придумывает бес много-много всяких разных слов. Не трогайте, умоляю, не прикасайтесь, не нюхайте. Даже не разговаривайте на эту тему. Поймает бес, отступят ангелы. Вот искали его 5 дней. А что случилось? Крутой берег. Пошел к соседу. Там тропиночка-то 50 сантиметров. 50 сантиметров. Между забором и крутым берегом вниз. Пруд. Пошел к соседу водку пить. Ночью, в 11 часов. Ну, вскрытие потом показало, что и сердце у него не выдержало уже столько пьянки. И вылезти не мог. И не крикнет никому. Бес позвал. Я уже с Андреем на эту тему говорила, говорю, смотри, Андрей, не дай Бог нам вот так тебе сказать. Не дай Бог. У меня просьба. Не приди, Господь. К вам. Помолитесь, да будет вот это вот случай Андрея во вразумлении. Чтобы он вразумился, чтобы он вздрогнул. И чтобы дети вот никогда не было. Сразу появился новый бес. Так называемый гражданский муж Золовки. А он меня угощает, Андрей говорит, я ничего не покупал, я не пил, меня угощали. Так что вот тут такое дело. Не испугал, вы понимаете. Да вздрогнул. Помолитесь, пожалуйста. Ну и дети тоже, например. Кто хочет по этой теме сказать, что своим видом, одеянием, жизнью детям-то какой пример даете? Нам приходит известие неблагополучное совсем. Кто желает что сказать? Сказать нечего, да? Молчат пока, молчат. А молчат-то почему? Плохо. Какая тема-то? Дети. Почему молчат-то? Дети и личный пример. А личный пример – это самое страшное, что может дать. Что без платочка, ребенок? Вот сейчас пошла Оля с Кулакова. Я сейчас закончу мысль. Я пытался все время, чтобы зашла, знала. Даже батюшки нет. У нас на полтора часа короче служба. Она все равно та же выскочила, ее нету. Я ее останавливаю. У нее лицо такое страшное сделалось. Она просто осверепела. Что вы мне указываете? У меня мать парализованная. И прямо одевается, бежит. Ну вот с ней заговорила сестра. И она пишет, все остановилось. Я говорю, у тебя мать парализованная, иди. Как она поднялась на меня сейчас в коридоре. Это человек не то, что чужой, враждебный. Вы разве не видите? Почему отдельно ей не занимаетесь? Она никогда не бывает. Ей это не нужно совершенно. Все еще амуры в голове плавают. И к матери как-то не пытался несколько раз прости. Она не допустила ни разу. Мать парализована, больная, ни разу. Под разными предлогами. Уйдет или как? К матери, к парализованной, принести благое слово, так и не допустила. Сейчас пытался ее завести сюда, вот сюда зашла она, но самая больше 1 минута была, все, ее как ветром выкидывает, и до свидания. Кто-то за нее поручался? Ну, почему не занимаетесь? Человек живет другими критериями, не библейскими, не евангельскими. Так. Никто не хочет еще? Любовь Николаевна имеет слово. Любовь Николаевна. За Ольгу Викторовну получалась Людмила Степановна. Людмила Степановна поручитель. И меня это все записи недавно слушала, как это было, крещение проходило, как Ольга старалась, задавала вопросы Людмиле Степановне. Вторая поручительница Галина Ивановна Силина. Сейчас нет поручителей. Приедут, надо трудиться, но нам надо молиться об этих всех душах, которые крестились давно и которые сейчас недавно крестились. Прямо брать этот список и просить Господа. Я не знаю как, но воля Твоя, Господи, да будет. О каждом ребенке, о каждом, кто крестился, кто ушел в мир.
потому что личный пример может вызвать страшные последствия. Недавно у меня тут был случай тоже. Прости меня, Господи, что подала пример тем, что похвалила. И похвалишь, и духовные законы вступают. Прости меня, Господи, я каюсь перед всеми, чтобы больше этих случаев не повторялось. Слава тебе, Господи, во веки. Христос воскрес. Воистину воскрес. И мы также говорили, когда у нас была здесь запись, записывали каждого человека, и даже те, кто сейчас уже отсутствует, кто куда-то переехал в дальние места и страны. А это же можно снова в памяти воскресить. Потому что страшные события происходят сейчас. Души гибнут. Наших близких, родных, знакомых, друзей, обрати, Господи, к покаянию. Мы ничего не можем им дать, ибо Ты призываешь. И тогда Отец Небесный дает благодать Божию. Милости будьте нам грешным. Простите меня. Да будет во всем воле. Помоги, Господи. Говорю я о том, что много разных способов воспитывать детей. Самое главное, все-таки, я как родитель могу сказать что-то. Прежде всего, нужно воспитывать себя параллельно с воспитанием детей. То есть нужно помнить всегда, что ты являешься примером. Дети всегда, большей частью, воспитываются на подражании. И дети, которые уже теперь более или менее взрослеют, они должны знать об этом, помнить. Они тоже станут родителями. Что процесс воспитания идет одновременно, параллельный. Себя нужно воспитывать до конца, до конца жизни своей земной. Если над собой не работаешь, то и нет никакого воспитания. Всегда нужно следить за собой. То ли слово сказал, то ли действие произвел. Татьяна Кузьмич, что хотела сказать? Я на минуточку просто... Вот пример действительно должен быть. И вот примером таким, допустим, Лиза. Вот она приехала, она живет у меня. И коли они дома молятся, вот видно сразу по человеку. И встаю я вот рано, и она встает со мной. И мы всегда с ней каждое утро молимся. Вечером она тоже подходит, и мы всегда с ней вечером тоже вечернее правило всегда исполняем. Когда она уходит на занятия утром рано, вот, она всегда просит благословения. Никогда она не уйдет, чтобы она не попросила благословения. Ну, не могу о своих чадах сказать. Я живу без них, и я вижу, какие там... Бывают недостатки, очень много. Ой, сердце болит, кровь обливается. Вот, ну, о боли я хотела сказать. С Олей я разговаривала. И часто, когда даже вот к этой, к Александре, вот когда приходим, иногда я ее встречала. И хочешь бы, Оля, попроведать маму? Я тоже хотела с мамой встретиться, потому что как-то раньше она по телефону разговаривала всегда. А здесь она не допускает. Нет, 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 все никак. Звонила я ей, сколько вот, ну что, Оля, ты пропускаешь-то, сколько уже пропустила воскресных дней. Она, я, говорит, учусь сейчас. Ей, видимо, очень трудно. И, ну, воскресенье все равно как, надо время находить. Вот. И как-то вот, знаете, сюда она не пришла, а мы поехали к Александре Ивановне. Она бежит на автобусе, такая, ну, улыбающаяся вроде бы, не больная, ничего, она бежит на автобус, опаздывала. Она просто нас не увидела. А я вот в душе просто посожалела, что вот, думаю, надо же, она вот не смогла прийти сюда, а сейчас она куда-то бежит, довольная, в общем-то. Поэтому... Давайте усилим о ней молитву. Помоги, Господи. Еще хочу сказать, братья и сестры, особенно к родителям. Вы учитесь, вы близко знаете своих детей. Когда они говорят искренне, когда они искренне. Не, старайтесь отучить их прикрываться болезнями. Пойти куда-то там, не стоять там чего-то там. Вот, стоять нужно, ну знаете, что мы должны стоять как положено, как свечки гореть. И дети должны тоже подражать нам в этом.
Но начинается вот, ой, меня там что-то там заболело, там что-то там. Ну, если действительно болею, понятно, вы знаете своего ребенка лучше. Но умоляю вас, у нас многие и взрослые, ну не многие, но некоторые, есть люди, которые прикрываются болезнью. Если вы будете прикрываться болезнью, вы накликаете на себя эти болезни. Они будут у вас непременно. Будьте внимательны к этому. Я тоже хочу сказать немного. У меня потому что дети, девочки, мальчик. И вот с этим соблазном, о котором говорил отец Иоаким, мы тоже сталкиваемся в школах, потому что там девчонки начинают пользоваться косметикой. Я не знаю, с какого класса, наверное, с 5-го точно. И волосы даже перекрашивают. Я смотрю, говорю, в наше время школа просто гудела. Если кто-то там волосы перекрасил, девчонка, вызывали к директору, там отчитывали. Сейчас это просто. И поэтому я своим детям объясняю так. Вот слышу иногда, ну, может быть, и ничего там, что закрутила волосы. Ну, а что тут такого? Я говорю, девочки, вы не должны так рассуждать. Я детям и сыну говорю, мы не должны так рассуждать. Помните слова из Писания, когда... Верующие говорили Христу, Господи, как же так? Мы же не Твоим ли именем мы чудеса творили? А Он сказал им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Я говорю, вот мы вот те верующие, которые мы ходим, как батюшка сказал, отираете пороги, ходим в храм, молимся исправно, исповедуемся 3-4 раза в год по возможности. Тело Христово мы принимаем, но никогда не нужно себя утешать, что это ничего. Я еще так говорю. Простите. Неужели вы думаете, что Царство Небесное наполнится вот этими людьми, накрашенными, с нарощенными ногтями, с выкрашенными волосами? Неужели вы думаете, искренне верите в это, что Царство Небесное ими наполнится? Ничего нечистого не войдет в Царствие Божие. Ничего. И помните это всегда. Буду ли я жива, не буду жива, всегда помните. И не смотрите, даже если увидите кто-то из верующих братьев, сестер это делает, никогда, я говорю, вот всегда скажите, увидели, скажите. Ну а как Христос? Ну, неужели вот Христос это одобрит? Ну неужели Мария Магдалина рядом с ним была выкрашенная там, накрученная там, с губами накрашена? Неужели Пресвятая Богородица так себя вела? Вы вот это вот сразу смотрите, не смотрите на людей, это люди. Вы сейчас видите, еще в Писании написано, видишь брата согрешающего, но не видишь кающегося. Вы увидели одно в человеке, а он, может, уже раскаялся на исповеди, принес покаяние, не только на исповеди, и перед Богом, наедине перед Богом принес это покаяние. А вы взяли вот этот пример как за основу, значит, и нам можно. Но раз вот этот человек делает, почему мне нельзя? То или иное что-то сделать. Не нельзя, все мне позволительно, но не все полезно. Об этом помните. Никогда, никогда Христос таких не примет. Я в это не верю. Если это так, докажите мне по Слову Божию, что это так, что я заблуждаюсь. Ибо Христос сказал, я никогда не знал вас. И Он сказал это верующим, причащающимся, отирающим пороги дома Божия. Спаси Христос, да поможет нам Господь всем воспитание наших детей. Дети уже, детей надо отпустить, они уже сейчас просятся. Да. Сейчас выйдут. Дело в том, что выставляют в интернет это все. Я натолкнулся, у меня внучатка там. Ну, она отпустили родители в гости, и там ее уже потащило по почкам буквально. Я отцу ему показываю, твоя прихожанка. Похоже, она, да, она. Она уже в брюках там. Она уже там атакует, язык вываливает, там кого-то дражит стоит. И это все выставлено в интернет. А потом идете, причащаетесь. И думаете, так это мимо пройдет. Потому многие больные, потому и немало умирают, немало. Вот. Где угодно человек будет идти, веселый, радостный. Вот я рассказываю сейчас, я пытался затащить, бесполезно. И каждый раз я любому... Прикрылись с кем? Мать парализована. Куда она денется? Я говорю, зайди на 10 минут. Мать парализована. Ну теперь иди. Зашел, она там в коридоре, другого заблокировала, это сидит, ей что-то пишет, она еще не поняла, что. Ей века-то не надо, ничего нету. Лицо сузится до одной точки. Вы считали пророка Исаия? Об этом и Крем Сирин говорит.
будет судный день, и Господь говорит, и церковь будет вознесена. С этими башнями на головах вас понесут. Покупайте духи. Посмотрите, зайдете когда у себя, где там, туалетом называется, или где ванна это. Я у одних был, насчитал где-то около больше 50 флакончиков разных. Господь говорит, ваши благовония будут зловонием. Сейчас прочитаю, зловонием. Что такое зловоние, знаешь? Почерпи, послушай, понюхай один раз. Вот Бог что сделает. И будет вонять на весь мир. И не только это. Красится. Красное, говорит, это знамение будущей мухи в огне. То же самое Ефрем Сирин говорит. И дети тоже делают. У нас знакомая была одна баптистка, Люба Толстенко. 10 ребятишек. Муж покинул баптист, ушел еще в другое место искать. И она одна их воспитывала. И одна пришла, снег падал, у нее платок розовый. И она краску не брала, только платком натерла. Мать зашла, Алла ее знает, хорошо. Губы красные, а что у тебя губы красные? А ребятишки маленькие сразу. Она платком натерла губы так. А, представь, одной 10. Она не посмотрела на это. В печку сразу. Сжечь. Вот как делают люди настоящие, когда они верят. Проверьте свой гардероб. Ни на даче, ни дома, нигде, в брюках не будь, в мужскую одежду не лезь. Бог в этот момент тебе поразит, еще будет. Я раньше не знал ничего, Евангелия не знал, но только думал, меня выбросило, я на корабле плаваю, кораблекрушение, как Робинзона Круза на необитаемый остров, а там туземка. Стал бы я жить с ней или нет? Нет бы я свил гнездо на каком-то, на пальме залез бы, но не стал. Почему? А я в момент греха могу умереть. Мать заложила страх. Ни Евангелия, ничего не было. Страх один. Страх. Если бы обещали все царства мира, в то время я себя испытывал, и сказали бы, ну будь там 5 минут или сколько, неверующим, с презрением от вербы, как Моисей говорит, проплывающая мимо позорища Христова схватил. Ради Христа, проверьте у себя, посмотрите. Это нам говорят. У нас была тут одна душа, она ушла и говорит, я поехала в брюках. Но я же не вижу, как она. Поехала на дачу. И одна наша сестра, чуть ли не Любовь Николаевна, ей там встретилась и говорит, а почему ты в брюках? Ну, я на дачу еду работать, тут никто не любит. Ты всегда должна быть та же, христианка. Это меня, говорит, прожгло. И больше я никогда не касалась. Моя сестра... родная. Решила тоже брюки надеть. Брат узнал, она живет у него. Он на мелкую лапшу изрубил эти брюки. И матери отдал половички вот вязать, вот эти вот требуются. Все, больше она ни разу не надела. Отец Аким рассказывает, в армии был, в Москве. Парень дружил с девушкой. И однажды он увидел, в то время не очень эти были люди влечены. И он ее сразу, говорит, поставил на место. Ты остаешься со своей модой или никогда больше не встретимся. Все. Притом выкинь, чтобы нигде этой заразы не было. Чтобы парень верующий, неверующий, даже батюшка не узнал. Есть, которые блюдут, то есть соблюдают это, от слова соблюдать. Проверьте это. А вы, дети, когда видите, так делают, не стремитесь. Вас мир признает своими. Лису стреляет из-за хвоста, хвост пышный. А хвоста бы не было, нет. А сетров убивает икра хорошая, а их выбрасывают. Поэтому вы сделаетесь легкой добычей негодных людей. Я говорю вам, что как у нас в лагере было, одна девочка считала Евангелие. Она не похожа на других как будто. Ребята как девчатам к этим как-то ближе. К ней подойдут, посмотрят, дальше идут, еще больше нету. Она ограждена. Вы очищены через слово, которое слышали. Не позволяйте этих вольностей. Кто любит мир, это не просто он любит красивее быть. То он нет любви в очи. Отче наш не может считать. С любовью. Нет любви вообще, ты любишь этот мир, а мир и похоть его погибли. Похоть мира, это не от Бога, а от дьявола. Такая молоденькая какая-то краска, зачем? Ты сохнешь, ты знаешь, что краска вся, говорит, на собачьем жиру делается. Это самое первое. Второе. Иоанн Златоуст говорит, если красоты нет у тебя, то на полтинник ты ее не купишь. И твоя примаска еще более делает тебя уродливой. Будь красотой внутренней. Делай добро, спеши на помощь больным, старым, парализованным, кто лежит где. Тогда будет по-другому. Мы просто вынуждены об этом сказать. Это одна тема. Если он дома держит бритву где-то, рано или поздно он уйдет. Она его утащит, эта бритва. Это не просто так, волосинки какие-то. Это образ, данный Богом.
Если вам непонятно, я делаю примеры, не совсем удачно, может быть. Посмотрите, вот есть снимки мусульманок. Сколько таких человек, 18, все одинаковые, платья, фартуки, горы, течет ручей, и они склонились, как одна одетая. Притом они одеты не когда молиться идут, они все время так одеты. Во Франции их начали оккупировать. В России было платки, чтобы сняли. Добились, а из-за них и мы наши теперь могут на паспорт с платками фотографироваться. Потому что ими занимаются непрерывно мулы, мамы, шейхи. Сестра, купи хиджаб. Купи, ты ради жениха идешь, но он умер. Ты 2 дня с ним в могиле сидеть не будешь. Я слышал, как они выступают и говорят. Они очень заботливые. Как Андрей Кураев выразился, религиозно талантливые. Надень хиджаб, не купи даже. Вот как? Надень хиджаб. Они заботятся о женском роде, чтобы они выглядели прилично. Вот где проехали 6 мусульманских республик, как будто другое государство. Причем в России, здесь, Дагестан, другие, которые там, Илания это теперь называют, Осетия Северная, Чечня, как будто совершенно другие люди. Она на работе стоит, с нами сфотографировались, платье до полу, стоит на асфальте, платье до полу, одета. В Болгарии был, едет за рулем, сидит, одета. Я ей поклонился, она мне поклонилась. Я показываю, вот, показал ей, она еще раз улыбнулась. Поэтому мы поговорили об этом, возвращаться не будем. Мало того, что-то подбревают, там делают, я даже говорить боюсь об этом. Зачем? Ничего этого не надо. Что есть, это данное от Бога. А внешнее, оно происходит от внутреннего. Как ты расположен, так и будет. Ты с презрением в это отверг, а зачем мне это нужно? Меня Бог создал по образу своему. Я смотрю на святых и вижу, как они одеты. Спаси Христос. Евангелие сегодняшнее. А что, можно детей-то покормить? Конечно, можно. Детей отпустим, да? Да, конечно. Детям это очень полезно, берегите их. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 1 по 15 стих, сегодняшнее евангельское чтение. Сейчас я вам наснимаю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 4 стихи. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Толкование. Господь идет на праздник частью для того, чтобы не явиться противником закона, но показаться участником в празднике народа, частью для того, чтобы большее число людей привлечь к себе учением и знамениями, и особенно народ бесхитростный. Ибо на праздники обыкновенно сходятся и земледельцы, и городские ремесленники, которые в прочие дни занимаются работами. Купальня называлась овчью, потому что к ней пригоняемы были жертвенные овцы, и в ней омывались их внутренности. Многие думали, что вода получала некоторую божественную силу от одного того, что в ней омывались внутренности жертв, что потому и ангел сходил на сию воду, как на избранную и чудодействовал. Кажется, божественный промысел предустроил чудо в этой купальне не для того, чтобы издалека вести иудеев к вере во Христа. Так как имело быть даровано крещение, имеющее великую силу, и величайший дар, ибо оно очищает от грехов и оживляет души, то Бог
предживописует крещение в иудейских обрядах и дает иудеям, например, воду, очищающую их от нечистот, хотя не существенных, а мнимых, например, от нечистоты вследствие прикосновения к мертвецу или к прокаженному и много подобного. Дает также и чудо этой купальни, руководящее их к принятию крещения. Ангел, нисходящий по временам, возмущал воду и сообщал ей целительную силу. Ибо не от естества воды, чтобы ей исцелять самой по себе, в таком случае это было бы всегда, но все зависело от действия ангела. Так и у нас вода крещения есть простая вода, но через божественное нисхождение, получив благодать Духа, она уничтожает душевные болезни. Слеп ли кто, то есть имеет поврежденные очи душевные и не может различать добро от зла. Хром ли кто, то есть неподвижен к деланию добра и преуспеянию в добре. Иссох ли кто совершенно, то есть находится в состоянии отчаяния и не имеет в себе ничего доброго. Вода сия всех исцеляет. И тогда слабость не позволяла некоторым получить исцеление, а ныне мы не имеем никакого препятствия ко крещению. Ибо за выздоровлением одного прочие не остаются без исцеления, но хотя бы вся вселенная сошлась, благодать не уменьшится. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 5 по 7 стихи. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Толкование. Терпение расслабленного изумительное. 38 лет он был болен. Каждогодно ожидал избавления от болезни. Но предваряем был сильнейшими. Однако же он не отставал и не отчаивался. Почему Господь и спрашивает его, желая показать нам терпение сего человека? Спрашивает не для того, чтобы узнать, потому что не только излишне, но и безумно спрашивать больного, хочет ли он быть здоровым. Он отвечает весьма кротко. «Да, — говорит Господи, — я желаю, но не имею человека, который бы опустил меня в воду». Он не высказывает никакой хулы, не отвергает Христа, как предложившего неуместный вопрос, не проклинает день рождения своего, как мы, малодушные, делаем, и притом в болезнях легчайших, но отвечает кротко и робко. Хотя он и не знал, кто спрашивает его, но, может быть, считал Христа полезным для себя уже и в том одном, что опустит его в воду и потому хочет привлечь и расположить к себе своими речами. Христос же не сказал: «Хочешь ли я исцелю тебя?» для того, чтобы не показаться тщеславным. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 8-10 стихи. И Иисус говорит ему: «Встань! Возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Толкование. Повелевает взять постель для того, чтобы никто не счел оного за привидение. Ибо если бы члены больного не утвердились и не укрепились, он не мог бы носить постель. Не требует от него веры прежде исцеления, как от некоторых других, потому что больной не видел его сотворившим знамения. Ибо от тех,
от которых Господь требовал веры, Он требовал и ее не прежде чудес, но совершивший чудеса перед ними. Он не подумал сам себе и не сказал, не шутит ли он, что приказывает мне тотчас встать. Я 38 лет болезни не получал исцеления, и теперь вдруг встану. Ничего такого он не подумал, но поверил и встал. Исцеляет в субботу, научая людей иначе понимать обряды закона и почитания субботы, поставлять не в телесно понимаемом бездействии, но в воздержании от зла. Потому что закон, будучи законом всегда добротворящего Бога, не может воспрещать добро творить субботу. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 11-13 стихи. Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся. Ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Толкование. Нужно удивляться смелости этого человека перед иудеями. Они настойчиво говорят ему, не должно тебе брать свою постель в субботу. А он смело проповедует им своего благодетеля. Кто меня исцелил, тот мне сказал. Он как бы так говорит, вы безумствуете, когда приказываете мне не слушать того, кто исцелил меня от болезни столь продолжительной и трудной. Иудеи не спрашивают его, кто исцелил тебя, но кто сказал тебе, возьми постель. Так они добровольно смежили себе глаза для добра, а мнимое нарушение субботы постоянно выставляли на вид. Иисус скрылся частью для того, чтобы в его отсутствие свидетельство об исцелении было свободно от всякого подозрения, и не подумали бы, что человек этот благоприятствует ему, но свидетельствует об истине, частью для того, чтобы еще более не воспламенить ярость иудеев. Ибо и один только вид ненавидимого придает ненавидящим немалую искру ненависти. Посему он оставляет, чтобы дело это исследовалось само по себе. Ибо иудеи, обвинители, перенесшие события на исследование и рассуждение, делают оное тем более гласным. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 13 по 16 стихи. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, что бы ни случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Толкование. И слов Господа расслабленному. Вот ты выздоровел, не греши же более. Мы научаемся, во-первых, что болезнь с этим человеком приключилась за грехи. И во-вторых, что учение о гиене истина, и что мучение вечно. Где же ныне те, которые говорят, в один час я соблудил, для чего же буду нести бесконечное наказание? Ибо вот и сей человек не столько лет грешил, сколько терпел наказание, но почти целую жизнь человеческую провел в наказании. Грехи судятся не по продолжительности их, а по самому естеству преступлений. Научаемся вместе и тому, что хотя мы понесем тяжкое наказание за прежние грехи, но если опять впадем в те же грехи, потерпим еще большее наказание.
и весьма справедливо. Ибо кто не улучшился от первого наказания, тот подвергается большим мукам, потому что он бесчувствен и нерадив. Для чего, скажешь, не все так наказываются? Ибо мы видим, что многие порочные пользуются здоровьем и благоденствием, но то, что они не потерпели здесь ничего, будет поводом к большему наказанию там. На сие-то указывая, Павел говорит, будучи судимы от Господа. То есть здесь наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. То есть там. 1 Коринфянам 11:32. Ибо здешние страдания суть вразумления, а тамошние наказания. Ужели же все болезни от грехов? Не все, но большая часть, ибо одни из них бывают за грехи, как случилось с этим расслабленным. И в книге Царств видим, что некто впал в подагру за грехи, 4 Царств, 5 глава и 15. Другие бывают для прославления и обнаружения, как случилось с Иовом, чтобы открылась его добродетель. Иные бывают от рассеянности, например, от невоздержания и пьянства. Человек сей оказывается... Человек сей оказывается благочестивым, ибо Иисус находит его в храме. Если бы он не был благочестив, он возвратился бы домой и предался бы отдыху и наслаждению, и убег бы от ярости иудеев и славопрения. Но ничто подобное не отвлекло его от храма. Узнав Иисуса, смотри, как благоразумно он объявляет о нем иудеям. Не говорит, как они желали слышать, что Иисус сказал: «Возьми постель, но исцелил меня», чего они не хотели слышать, обвиняя его в нарушении субботы. Если иудеи стали гнать Господа, то чем виноват этот человек сей, объявивший им об нем? Он проповедовал об исцелителе с доброю целью, с тем, чтобы и прочих привлечь к вере. Если же они стали гнать благодетеля, то это их вина. Отлагающий покаяние и не спешащий покаяться здесь, но опаздывающий, не получает исцеления. Итак, старайся войти первым, чтобы смерть не захватила тебя. Сию купель покаяния возмущает ангел. Какой? Ангел великого совета Отчего, Христос и Спаситель. Ибо если божественное учение не коснется нашего сердца, не произведет в нем возмущения и напоминовением о муках в будущем веке, то купель сия не будет действенна, и здоровья расслабленной душе не бывает. Справедливо она может быть названа овчью, ибо в ней, как овцы, омываются внутренности и помыслы святых и незлобивых, уготовляющих себя в жертву живую и благоугодную Богу. О, если бы и мы получили здоровье и по выздоровлении находились в храме, то есть не осквернялись неосвященными помыслами, дабы не постигло нас худшее наказание в будущем. Аминь. Прости, Христос. Я хочу вас еще есть слово. Отпускай народ. Ангел, вот и я все благодать, нечистая дева, радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресе тридневе над гроба, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня, на тебе воссия.
Ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Господи Боже, Отец наш Небесный, мы прибегаем к Тебе как к заступнику, единой нашей помощи, ибо все человеческое суетно, временно и изменчиво, а Ты всегда один и тот же. И о чем мы говорили, помоги исполнить. Научи нас со страхом и трепетом совершать свое спасение. И кому мы желаем помочь и не можем, Ты сам вступись в это дело за эту душу, побори врага. И услыши нашу молитву, пошли добрых жителей в селение наше с детьми, сохрани школу, благослови брата Иакима, чтобы ничего злого не пристало к нему там. И нас помилуй милости Твоей ради. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, услыши нашу молитву и прими ее как воздеяние рук, как жертву вечернюю. И соедини, Господи, нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже всемогущий, молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, дивный наш Господь, любящий Отец, молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, благослови болящего Сергея, укрепи его, дай ему силу все перенести и совершить это поприще по Твоему благоволению. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Говори, Господи Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спаси Христос. Слава Христу. Мой племянник отдает печку для лагеря. Хорошая духовка. Это че? Электро. Да, все. И сейчас нужно от него ее...